Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю проходить второй гекс. На очереди у нас следующий уровень, который называется Мао Цзэдун. Да, новая тематика, кунг-фу, театр. Ну что ж, смотрим путь к первому пульту. Не факт, что я пойду туда. А, тут у нас пушка. Да, пушка, ядро, змея. Красно. Такой вот уровень. Но, опять-таки, сперва будем заниматься собирательством. Да, и тут вот такие вот... Вот такие вот... Чайники будут случаться. Ладно, пойдем сюда. Сперва, почему нет? Так, ну тут можно спуститься вниз. Опа. Ух ты, он меня задел, да. Надо же, он меня задел. Он меня даже задел. Это печально. Так, тут еще один. Отшвыриваем его куда подальше. Так. Ну что ж, продолжаем. Вазочка. Да, вижу вазочку. Надо ее сбить. Непременно. Есть ли у нас здесь что-то еще? Мелкое. Мелкое. А, еще вазочка есть. Отлично. Ой-ой-ой-ой. Тут главное не попасться было. Я не попался. Так, теперь главное не упасть вниз. Блин. А у него нету ничего, что ли? Ёлки-палки, нафига я тогда спрыгивал вниз? Блин, вот это... Подстава, конечно. Черт, и чё ж ты не взял, Гекс, вот эти две штучки? Да, чувствую, придется мне возвращаться с этого пути. Не очень это надежный. Тут есть гонг. Гонг образовал здесь ступеньки. Ух. Я эту штуку сбил. Блин, а как мне вот эту достать? Непонятно. Отлично, есть мушка. Так, вот тут опасно. А тут есть гонг. А зачем гонг? Там что-то открылось, что ли, сзади? Фиг его знает, короче. Пойду вперед. Так, вот тут их много. Тут их очень много. Ага, платформы перевернулись. Ну, окей, 30 вот этих я собрал. Теперь надо инь-янь собирать. 40 штук. 40 инь-яней. Так, куда меня... Тут еще гонг есть. Тут вазочка. О, башка. У
Уничтожаем башку. Так, тут еще вазочка. Еще вазочка даже. Так, и еще инде. Ну что ж, отлично. Теперь отправляемся дальше. Куда это меня приведет? Кстати, а я могу обратно-то потом выбраться отсюда? Надеюсь, что могу. Это уже все, это уже финальная часть. Ну, это один из концовок этого уровня, один из вариантов. Кстати, а где еще одна иньянька? В текстуре, что ли, застряла? Блин. Ну там, наверное, наверху еще есть. Наверное. Вот туда мне вообще сейчас как бы и не надо. Ну да. Ладно, попробую назад. А я могу назад? Могу, вроде бы могу. То есть этот путь отменяется. Гонги были. Гонги мне не нужны. Так, вот здесь вот что было? Так, кажется, мне вот сюда надо. Угу. О, это я в самую первую комнату. Самую первую комнату. Там иньянька была. Жалко, что я ее не смог взять. Ну ладно. Да, кстати, можем вот так вот разбить витрину. Так, теперь второй путь, другой путь. Это путь как раз с пушкой. А, здесь обычный. Отлично. 40 иньяней. Теперь 50 голов надо собрать. Уже меньше. Так, эти дают голову. А, кстати. Кстати. Так, тут можно спрыгнуть вниз, ничего страшного. Да, жалко, что эта игра, конечно. С камерой здесь проблема. Так, вот тут есть гонг. Да, вот тут есть гонг. Надо в него ударить. И он создал лесенку. Тут 4 головы есть еще. Тут мушка. Ладно, я уже сюда точно не буду возвращаться, поэтому. Кстати, а вот тут вот есть крыша. И вот обычному человеку, ну это вообще никак нельзя догадаться, что на эту крышу вообще надо запрыгивать. То есть я даже не знаю, как это. А, во. Вот попробуй догадайся, что сюда надо запрыгнуть. А, вот тут еще одна такая штука. А, нет, тут еще нет. Еще. А, вот еще одна дверь. Да, и вот тут спрятан белый пульт. Действительно, очень хитро сделано. Блин, я упал, к сожалению.
Ничего страшного. Так, что у нас здесь? Рыцарь. Рыцаря надо два раза по голове ударить. Так, голов еще много собирать. Ну и локация не последняя, далеко. Так, это крыша, второй этаж. Тридцать три уже, да? Неплохо. Вот гад. Меня поймал, к сожалению. Мушку мою выкинул. Кстати, можно как-то вот на ту крышу я попадал. Да, там есть мушка. Но стоит ли мне это сейчас делать? Почему бы нет? Да. Зеленая мушка пригодится. Кстати, нет, на тут крыши нет уже. Теперь главное вот так вот такой прыжок сделать. Так, что тут у нас? Гонг у нас здесь. У нас здесь гонг. А, все, мы уже почти пришли. Тут башка. Отлично. Осталось 8 голов. 8. Ох, дверка. Блин, нафига я это сделал? О, кстати. Вот и пушка. А, нет, это еще пока не тут. Надо по гонгам стрельнуть, развернуть вот эту пушку. Так, двигаем этот гонг. Точнее, эту пушку к гонгу. Вот, к левому. Отлично, это сделало лестницу. И можно идти дальше. Так, а что здесь? Так, три головы осталось всего, три. Мы на третьем уже этаже этой крыши. Кстати, вот там есть кувшин на той крыше. Как туда проникнуть? А, по веревке, точно. Так, тут есть чекпоинт. Чекпоинт можно взять, конечно. Вот так вот перебираемся. Так, а что-то я не понял, а как туда проникнуть-то? А, стоп, веревка будет выше, да? Окей. Вот они, последние головы, есть, все. Белый путь взят. Так, теперь можно не париться насчет собираний. Так, куда я пришел? Рыцарь и скорпионы здесь. Уже почти. Да, мне кажется, этот путь даже сложнее. Этот скорпион, они... Непростые. Ух, нет, не могу допрыгнуть. Так, вот тут опасно. Отлично. Так. Еще голова. Так, восстановим лапы. Завис.
застрял тот самурай. Так, все, кажется, я уже на крышу перебрался, да? Ну да, наверное. Так, вероятно. А, или нет? Или вот я сейчас переберусь туда как раз, куда я хотел. Ну да. Вот тут кувшин и дверь. Да, вряд ли бы Гекс бы допрыгнул оттуда сюда. Далековато. Так, сейчас, по-моему, что-то будет нехорошее. Ну да. Так точно, блин. Сколько вас здесь? Я еще жизнь заработал. Да что ж такое? Поймал меня. Так, там еще один в углу. Так, теперь мелкий. Так. Тут целая банда. Отлично, всех перебил. Наверное. Так, нужно куда-то ползти. Или нет? Погоди, это кто? Ух, тут змея. Надо в змею стрелять. Да, чтобы ее убить, это, конечно, надо постараться. Дело в том, что она меня может достать. Так, змея уже коротковато. Так, осталось немного. Вот черт. Можно подождать, конечно. Так, осталось вообще немного от этой змеи. Есть, все, подбита змея, двери открылись. Можно собрать головы. Муха, кстати, тут летает. Тоже заберем. Почему бы нет? Нет, там ничего нету. Хорошо, идем в двери. Ох. По-моему, тут статуя Гекса. Так, да, и все, телевизор, выходим. Выходим здесь, да, это самый сложный был путь. Взяли два белых пульта и один красный. Еще один бонус упал. Так, теперь пойдем по уже знакомому пути. Но этот путь быстрее, конечно. Да, мы знаем этот путь. Можно ничего не собирать.
lolly, 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 get your adverb here. Так, нет. Не буду я ничего здесь собирать. Блин, вот тут пройти будет сложно. Ну да, как я и думал. Блин, ну камера вообще не крутится. Давай, Гекс. Нам надо дожить. Так, гонг, ударяем, гонг. Так, тут башка. Вообще ты мне не нужна. Вот это мне нужно. Так, ударяем в гонг. Идем дальше. Так, что у нас здесь? А, сейчас будет армия солдат. Их надо перебить. Сколько вас? Так, сейчас, по-моему, еще трое будут. Да, отлично. Платформы перевернулись. Можно теперь забираться наверх. Не знаю, накоплю ли я здесь себе на жизнь. Уничтожаем эту башку. Собираем тут по мелочи. И ударяем по второму гонгу. Так, открылся проход. Не, никак не вращается. Блин, а почему у меня автоматическая камера? Вот почему не вращается. Я случайно, наверное, автоматическую себе поставил. Так, это этот зал, да? Да, этот зал. Ну, я не знаю. Можно, кстати, на жизнь. Вот так вот. Все нас собирать. 45 уже, да? Уже неплохо, уже... До хрена просто этих жизней. Так, вот тут главное не упасть. Так, будем осторожно, осторожно прыгать. Так, с этой на эту. Так, с этой на эту, с этой на эту, с этой на эту. Давай, Гекко. Так, теперь главное вот с этой не упасть. Так, я не знаю, стоит ли... Ну ладно, перестрахуемся. Все. Этот уровень зачищен. Ура. Не знаю, упадет ли еще сейчас что-то. Так, сохраняемся. Нет, ничего не упало. Ну что ж, а на этом я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующем уровне. Пока-пока.